Установка Водосток премиум от компании Стрелка 11 на Subaru Levorg. Для чего нужно? Для того, чтобы когда дворники работают, чтобы не переходили через боковые стойки, не падали на зеркала, на окна, если окна открыты вовнутрь автомобиля, а вся вода уходила на крышу. Как мы понимаем, что это праворукая машина, будем устанавливать, начиная слева. Тут написано левая, низ, левая часть, низ. Перед установкой между стыком и крылом и стойкой закрываем автомобильным пластилином эту щель. Также протираем спиртовой салфеткой, она дается. Мы это тоже уже все сделали. Установка, снимаем защитную пленку. Отводим от крыла миллиметра 2-3. Это чтобы, когда открываем капот, не задевало ничего. Также дается установочный шаблон. Для чего нужен? Ну, здесь заходит водосток. Здесь упирается водосток, нижняя часть упирается в стойку. Упираемся, снимаем защитную пленку и слегка пока только подклеиваем. На верхнюю часть мы кладем углу стойки, придерживаем, снимаем защитную пленку, слегка опять же подклеиваем и после этого начинаем основательно доклеивать. Пассажирскую установили, идем к водительской. Установка правой стороной низ. Это в японцах водительская. Также снимаем защитную пленку. Также отводим от крыла 2-3 мм. Фиксируем. Также берем установочный шаблон. Слегка подклеиваем. Кладем на угол стойки. И теперь основательно доклеиваем. И после установки снимаем защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.